Сегодня бегала вот по таким спускам и возвышенностям. Вот видите, все рыхло, это потому что я бегала с собакой со своей. Вот, и вышли к Лазурному озеру. У нас вообще Йодовое озеро, мы на берегу Йодова. А вот это Лазурное озеро. И оно находится в чаще леса, в лесной чаще. Здесь никого нет, Рема, кроме нас, и поэтому мы сейчас пойдем купаться, несмотря на дождь. Вода теплющая, теплая-притеплая. Все-таки середина мая. Ну все, пошли. Тут рядом с нашим Лазурным, как я его назвала, озером, есть маленькое такое озерцо. Вот Рема, а мы купаемся, и Рема тут с ума сходит. Здесь куча головастиков в этом маленьком озерце. И она... Вот они все разбегаются. Вот, лягушки им здесь детский сад устроили, в этом маленьком озерце. Вон, смотрите, сколько их. Туча. И Реме такое развлечение, она за каждым из них бегает. Вон она. Гоняет. Полевые цветы. Мы в лесу. Вот. И сейчас маки, ромашка. Ромашку нужно собирать. И вот, смотрите, как красиво. Просто замечательно. Погода не жаркая, потому что бывает так печет. Ну, а сейчас спокойно и нормально. И собака меня просит в путь. Видели, не видели такого цвета когда-нибудь бабочку? Прям ярко-ярко-красная. Яркая, прям кораллово-красная. Кто знает, что это за бабочка? Скажите, вот она у нас тут. Такие бабочки ярко-красные. У вас водятся такие ярко-красные бабочки? Красивые.